Достижения людей и не только спортивные – это история государства. Накануне Дня независимости президент вручил госнаграды. Орденов и почетных званий удостоены 45 человек. Как отметил Александр Лукашенко, это представители разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны. Президент подчеркнул, что в эти дни отмечается 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и поэтому, вспоминая подвиг народа-победителя, осознается ответственность за будущее детей и внуков. Глава государства поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов за верность долгу и преданность Отечеству. Мы также чествуем работников аграрной отрасли за достижения в прошедшем году. Пусть и нынешний, непростой с точки зрения погодных условий, год будет результативным и укрепит нашу продовольственную безопасность. Спасибо за ваш напряженный и важный для страны труд. Среди награжденных сотрудники компаний «Белавия», «Беларусь-Калий», «Мопид», «Марка», предприятий, которые являются настоящими брендами, знаковыми предприятиями нашей Беларуси, известными далеко за пределами страны. Приятно видеть в этом зале работников здравоохранения, науки, образования, лучших специалистов в этой отрасли. Высоких наград достойны деятели культуры и искусства. Своим творчеством вы делаете нашу жизнь ярче и духовно богаче. Ну, недавно вы это продемонстрировали при открытии Европейской Олимпиады. Здесь присутствуют спортсмены и тренеры, самые популярные сегодня в стране люди. Вторые Европейские игры дарят нам немало ярких побед. Мы гордимся успехами наших соотечественников. Ну и, конечно же, каждый день ждем новых побед. Достижения каждого из вас, трудолюбие и дисциплина – главные условия экономического благополучия страны, ее независимости. Среди присвоенных почетных званий – народные и заслуженные артисты, деятели культуры, науки, заслуженные работники образования и социальной защиты, заслуженный лесовод, юрист, строитель, работник органов прокуратуры и транспорта, а также заслуженные мастера спорта и тренеры.